Завод крупнейшего производителя спортивного оборудования с мировым именем в ближайшие 2 года появится в Украине. Инвестпроект этот реализуют в Виннице, и его стоимость 80 миллионов евро. Открытие этого производства – пример успеха реформ Киева, так заявил президент Украины на встрече с Йоханом Ильяшем, руководителем спортивной компании и бывшим спецпредставителем британского премьера. По словам топ-менеджера, выбрали Украину, поскольку здесь хорошие условия для выпуска продукции. Петр Порошенко поблагодарил гостя за такую оценку украинских реформ. Я думаю, это уникальная возможность, которая появилась у нас после вступления в силу соглашения о свободной торговле с ЕС, безвизового режима с более чем 117 странами мира, прогресс которого мы достигли в направлении инвестиционного климата, включая автоматическое погашение НДС, электронный учет налогоплательщиков, ограничения на проверки правоохранительных органов, касается любого бизнеса, в том числе и иностранного. Я считаю, что Украина предлагает лучшие возможности для конкурентоспособного выпуска продукции в этой части мира, даже лучше, чем в Китае. Лично я очень впечатлен. Мне нравится, что вы инвестируете в сектор обороны 5-7% ВВП. Это гарантирует политическую стабильность. Поразительно, как вы решаете ситуацию с Россией. Договоренности, которых вы достигли с ЕС, это очень хорошо.